Здорово, бродяги. Стребер на связи. 230 тысяч. Ебать! Таких хабара 80 тысяч. Только ножей, это пизда. 190 тысяч рублей. Здорово, бродяги, стребер на связи. Короче, я сегодня не один. Сегодня со мной рядом моя жена. Ее зовут Лера Валера, так что лайкосик для нее лично, блядь, въебали быстренько, и мы начинаем. Можешь кинуть салон. Привет. Короче, суть ролика, ребята, закинул 6500 рублей на сайт MyCSGO. Сегодня Лера мне будет говорить, что открывать, и посмотрим, куда она меня приведет, к окупу или к сливу. Тебе пожелаю приятного просмотра, лайк на видос и комментарий под этим видосом обязательно оставляй. Также напоминаю тебе про промокод, дорогой мой друг, который называется, как, Лера, скажи-ка? STR777. Как? STR777. STR777. Да, STR777. То есть в поле промокод вводите STR777, и он вам дает плюс целых 40% к пополнению вашего баланса на сайте MyCSGO. При пополнении минимальной суммы это 25 рублей. И до максимальной здесь, в принципе, никаких ограничений нету. Промокод над моей головой в описании под этим видео. Также ссылочку на сайт MyCSGO оставлю в описании. Приятного просмотра. Тут много разных кейсов. Вот я сюда закинул 6500. Ну, я закинул меньше с учетом промокода, который дал мне плюс 40%. Тут очень много разных кейсов. Вот это стоимость кейсов. То есть, например, вот этот кейс, чтобы один раз его открыть, стоит 1314 рублей. И ты мне говоришь, что открывать. То есть, что тебе нравится по картинкам, по цене, я не знаю. То есть, можно самый дорогой даже, да? Ну, если мне баланс позволяет. А ниже что есть? Давай спускаемся ниже. Давай вот сюда спустимся, хоп. Выбирай и говори, сколько раз мне его открывать. Давай второй. Вот этот. Один раз. Один раз. Поехали. А, кстати, новый кейс, я его даже не видел. Как думаешь, мы сегодня купимся или нет? Ну, твое мнение чисто. В смысле, надо больше вот этого? 6400, да? Ну, надо хотя бы 1025 сегодня сделать. Так, 320 рублей он стоит. Ну, давай будем оставлять, а остальное будем... ну, там уже потом посмотрим. Еще раз? Чем? Нет, в смысле, мне еще раз выбирать? Ты всегда будешь на протяжении всего ролика выбираешь? Хочу. Кого? Сквидвард. Сквидвард. Сколько раз? Один. Один раз. А чё по одному разу? Давай по два, подожди, по три раза. Баланс так-то немного позволяет, так что можем немножечко раскошелить, я тебе скажу так. Вот красный, он стоит 1000 рублей, он нас слил. Получается, ты второй раз мне говоришь и второй раз меня сливаешь. Окей, давай идем дальше. 4252 рубля на 9 копеек у меня лежит на балансе. Я поднимаюсь выше. Ниже. Я, конечно, ни на что не намекаю, но... кейсы ютуберов. Ну-ка, ниже. Кейсы ютуберов, смотри. Предатор. Рейдер. Это кто? Не знаю, ютубер какие-то. One Drive. О, хочу вот это. Вот это? Угу. Сколько раз? Три раза. Поехали. 501 рубль тратим. Сколько? Как думаешь, сколько выдаст? Быстрее говори. Больше 500 рублей? Да. И это, к сожалению, меньше 500 рублей. А даже, может, да, это 314 рублей. Смотри, ты меня сливаешь, мать. Соберись немного, блядь. А может, подожди, давай я буду тыкать. Давай. У меня рука... Давай. Ребята, а вы лайкосик и в комментариях напишите, снимать мне с ней еще ролики или нет. Давай. Я правильно все сделала? Все правильно сделала. Как думаешь, окупит, нет? Нет. Мне кажется, сейчас должен окупить как раз-таки. Вот, да, он нас окупает. Но это хотя... Да, нас окупает спокойно. 1387 рублей. Нажми повторить. Зачем? Нажми. Мы потратили 606 рублей. Вот, видишь, моя рука решает. Как назад, что здесь делать? Давай я буду управлять дальше. Нет, давай я. Говори, что открывать. Ну, твоя рука невезучая, моя. Говори, что открывать. Давай ниже. Угу. Хочу вот это 4 раза. 4 раза? Быстро или медленно? И дает нам слив 6 рублей. Еще раз? Давай 10 раз его откроем. Нет, я не хочу. Ладно, давай дальше. Вот, давай где хаски? Ни на что не намекаю. Хаски. 10 раз. Нет. Давай 10, 750 рублей всего потратим. Ну нет, это не... Сколько раз, говори. 4. 300 рублей мы тратим. Ну смотри, ты нас еще кокупу пока... Кокупу. Кокупу. Окупу. Какого? Кокупу пока нас не привела. То есть одни сливы 60 рублей. Что это значит? Это значит, ну, мы сливаемся. Смотри, давай знаешь, как сделаем? Ну, потому что рука твоя. Я сейчас... Нет. Я сейчас открою 3 кейса. Нет, на этих мне не хватает. Открою 3 кейса, которые я хочу, и они нас окупят. Просто смотри. Давай, вот Black Hole. 10 ты раз. Ты потому что шаришь, 10 раз я его открываю. 2800 рублей. Ну, конечно, ты открыл самый дорогой, наверное. Нет, он стоит 60 рублей кейс. 60, то есть он 15 раз дешевле, чем тот. Давай я сейчас сквидер. Рукой. Давай. Назад сделай. Назад. Есть. Какой ты там открыл? Вот этот Black Hole, 60 рублей он стоит. Открывай по 10 раз, а то мы так и будем сейчас затягивать. Ничего страшного. По 3, по 4 раза открывать. Так, ладно. Мы это открывали?
Нет. Ну, давай да. 10 раз. Ладно. Вот. Быстро? Обычно надо было. Ну ладно, быстро. 1300 ты сейчас, кстати, потратила и затащила 5600. Уидал, да? Уидал? Прям уидал? Уидал? А ты уидала? Смотри, я буду что-то оставлять, потому что мне же надо будет что-то выводить. Я же не могу просто сейчас все тупо взять и слить. Это и... Самый крупный выведи. Ну, я оставила, смотри. Я оставила здесь. Зачем? О, а зачем вот эта шляпа? Ну, это можно залипнуть, да, прям? Все. Смотри, мы уже выбили на 8656 рублей, 654 рубля, еще 3000 на балансе. Давай, один раз я открываю, один раз ты открываешь. Давай кейс спейс, здесь раз 1300 отдаю, что он нам даст. Уйню, 700 рублей, окей. Давай. Какой? А давай вот кейс ютубера. Вот это хочу. Ну, давай. Ну, 15 рублей стоит. Ну, ты думаешь, что оттуда что-то дорогое выпадет? Просто, мало ли. Ну, хотя 353 рубля. Потратил 90. Или сколько стоит 50? Продавай все. Теперь моя очередь. Так? Да. Так, я хочу открыть кейс предатор. 10 раз, а мне не хватает. Давай 5 раз, 2200. Ты же все тратишь. Ну, еще 1200 на балансе. А смысл? Что, открутить кейсы? Да. Ну, я выигрываю. Ты просто тупо сейчас сливаешь. А, нет, почему я сливаю? Сейчас я в ноль вышел. Давай еще раз открою его. Это такое разрушение ядра. Нож, ебать! 13 тысяч? Нож! 10 тысяч? 10 тысяч? Это же 5 твоих ногтей, ты понимаешь это, нет? Ну, 5. Давай еще раз откроем его 3 раза потом. Мне кажется, второй раз не фартанет. Ну, правильно сказала, я сейчас это закину себе в контракт, резко так чик-чик-чик. Нихуя, но все. Ну, ты просто знаешь, какие, типа, мы эти уже, коробки, мы, ой, кейсы. Мы уже в окупе. Какой... Что ты такое? Все, ладно, давай, крути, у тебя 625 рублей, и будем уже завершать. Какой-нибудь кейсик рублей за 302 раза можешь открыть, например. Или за 600, за 60, 10 раз. Подожди секунду. Ага, все четко. Не знаешь, да, как определиться? Как ногти делать ты сразу? О, я вот это сделаю, вот это сделаю. Я за 2 часа выбираю 100 раз разные маникюры. Вот хочу вот это 2 раза. Давай. Можно? Бомби. Вот так? Я обычно просто открыть за 530 рублей. Ну, мне кажется, он не это. Меня душа не повела туда. Ну, да, это слив. Подвела, душенька моя? Не подвела. 300 рублей, и я его сейчас открою. Вот этот кейс сахар-шоу. 28 рублей остается на балансе. Посмотрим, сколько у нас итогов. Там вообще дохуя, скорее всего, вышло. Давай что-нибудь сейчас нас окупи. Электрический улей. Это что? Это 2000 рублей. 2500. А можно я быстренько один маленький открою? Вот давай. Вот это 99 что-нибудь. Да, у тебя 28 рублей все на балансе. Ты можешь 2 по 14 открыть, а 2 штуки вот любого этого кейса можешь. В смысле 28? Ты же только что что-то сделал там. 2 раза можно, да? Да. И ни ху. Продаем. Как думаешь, сколько у нас здесь лежит? Я сейчас нажму продать все, там покажет цифру общую. Не знаю. Ну, примерно. Ну, так ставьте честно. Ну ладно, давай 28. Ебать, ты гонишь, что ли? Ну, я не знаю, просто. 23. 23 600. Это все благодаря кому? Мне. Почему? Ну, потому что нож, карп, улей. Ну, я же с тобой сидела рядом. Вот это я выбил. Ну, я да. Приношу удачу. Да, да. Все выводим. Да. Или я предлагаю, знаешь, что сделать? Вот это все продать на 23 тысячи, да? И открыть 23 раза кейс, который стоит по 1000 рублей. Там может навалить прям очень хорошо, а может и слить. Делаем, нет? Давай на сейфа. Давай, если я побеждаю, делаем, если ты, то не делаем. Не делаем. Суепа. Суепа. Значит, оставляем. Будем заканчивать. Ребят, спасибо большое за просмотр. Кто-то смотрел этот ролик до конца, этот, давай, подписывайте там пару слов. Не ставьте ему лайки, чтобы он не играл. Шучу. Нет, давай нормально что-нибудь. Я пока. Я еще про промокод хочу напомнить. Ребята, промокод... На 40% к пополнению вашего баланса называется STR777, дает целых плюс 40% к пополнению вашего же баланса. От минимальной суммы 25 рублей до максимальных ограничений никаких нету, но зато также нету ограничений у промокода, вы его можете использовать абсолютно всегда, когда залетаете на сайт MyCSGO. Промокод над моей головой на протяжении всего ролика был, точнее над нашими головами, да? В описании под этим видео и ссылочку на сайт MyCSGO оставил в описании. Спасибо за просмотр, всем до новых встреч. Линявый палец. Пока. Пока-пока.